что всем привет. Привет, девчонки, привет, мальчишки. Мы с Инамом пошли в магазин после рабочего дня. Решили пойти в магазин. Вива. Вива — это индийский магазин. С очень низкими ценами. С не очень качественным товаром. Ну, как сказать. То есть там товар такой на любителя. Но есть позиции, которые прям бомба. Вот, и очень-очень реально по низким ценам, поэтому, типа, знаете, вот можно купить масло там для жарки, да, или там для салатов по очень низкой цене, потом какие-то консерванты, типа, там, не знаю, фасоль консервированную или там, ну, что-то такое вот подобное можно купить по низким ценам. Конечно же, что-то очень-очень вкусное там не найти, вот. Ну, мы сейчас с вами пойдем, посмотрим, я вам все покажу, расскажу. Может быть, вам будет интересно. Находится он недалеко от моего дома. Вот моя работа, вот эта башня — это моя работа. Мой дом, вот он, вот за вот этим, вот он стоит. Это мой дом. Собственно, вот это магазин Вива. Находится в этом здании. Если мы сейчас говорим о Дубай-Марине, вот на самом въезде в Дубай-Марину есть этот магазин. Пойдемте. Мы вообще вышли погулять, решили прогуляться, вот, вот так выглядит этот логотип у них. Viva. Решили прогуляться, но что-то прям вышли и думали, куда пойти, жарко, душно. Я говорю, пойдем дойдем до Вивы, реально. Мое любимое дерево уже отцветает в Дубае. Очень люблю это дерево, очень люблю этот запах. Запах просто бомба. Первый раз я в Таиланде услышал этот. Запах. И думал, что это за запах. А мы загорали с Игорем под деревом на бассейне. И увидели вот это дерево цветущее. Потом даже покупали, я помню, масло для этого какого. Заебал. Масло покупали с запахом этого дерева для тела. Ну, короче, всякое было. Ну, все правильно. Счастье — это когда. Могли там зайти. Так он выглядит. Видите, здесь всякие орехи. Огромное количество орех по цене там 19 дирхам. Да видел я это, что-то мне этот сок. 5 дирхам макароны. Просто за бесплатно практически 100 рублей. Вот, вот такой вот макароны здесь можно купить. Вот, например, лапшу какую-то можно купить. Вот, что это за лапша такая? Бич-пакет. Можно попробовать. Почему нет? Всего 2,95. В магазинах она по 6 стоит. Вон, большие по 5. No need, нам. No need. Райс. Рис я покупал. До сих пор стоит. Вот масло надо покупать. Вот масло надо купить для жарки. Вот как его определить, хорошее, плохое, я не понимаю. Честно, хочу вам сказать. И масло бы желательно бы купить, наверное, не очень большую бутылку, чтобы это все не перевозить через месяц в новую квартиру, а купить уже новое. Я вот не знаю. Ну, типа ананаса можно купить, вот такие. Кстати, можно купить реально. Why not? Либо так, либо в дольках. Можно купить и в дольках, попробовать. Но в дольках, наверное,
А здесь вообще фруктовая тарелка. Я бы, знаете, что купил? Я, наверное, купил бы ананас. Вообще бы свежий бы купил. Ну, давайте дольки возьмем. Будет удобнее просто есть. С дольками. Это что? Это темный сахар. Коричневый. Персики. А, вот ананасы большие есть. Я думаю, наверное, лучше все-таки две маленьких взять, чем одну большую, потому что не съестся и прокиснет. Или съестся. Кто здесь ходит? Блогер-миллионник? Пенэппл. Что тебе знать надо? О, манго. Манго. Not good? Я возьму. Я потом тебе расскажу, вкусно это было или нет. Это персики прям. Так, масло надо. Надо масло. Что я обычно возьму тут и все. Что я буду выделываться? Вот это возьму. Я просто не понимаю, что это за масло. Как его понять, что это масло? Для чего? Не для жарки. Такое, да? Ну да. Ну, very big. А, вот есть эти оливковые. А на оливковом я ничего не делаю, я только жарю сосиски или яичницу. На оливковом жарить not good. Так, ладно. Так, туна. Нужно туна, не нужно туна. Ну, какая паста? Пастила или что это? Так, фасолька. Ну, это ужас. Это брать нельзя. Было дело, брал пару раз. Выкидывал все это. Вот мидии можно было бы взять. А к чему их взять? Просто так? За 2 дирхама? А, не за 2, за 6. За 2 это у нас рыба. А это халва, да? Окей. Вот рыбка есть. Что-то как-то... Это хорошо, что я наелся перед тем, как пойти в магазин, потому что сейчас говна хоть не куплю лишнего. Хотя, мне кажется, уже купил, да? Уже положил тележку. Вон, специи. Карри. Да? Карри? Мне ничего не надо и нам. Я просто смотрю. Вот эта прикольная штука. Бангладеш, of course. Like rice? Yes? No, yes. Try. No, please. Он мне все пытается накормить бангладешской едой. Пожалуйста. Да, блядь, что ты мне... Да я знаю. Fried rice. Не могу это... Not good. Так, нужны огурчики. Может, вы огурчики? Я вот думаю, огурчики можешь взять. Такие или вот такие. Может, такие огурчики взять? Ну, very big. Ну, куда столько? Это выкинется. Ну, лучшие маленькие. Ну, кстати, большие стоят по цене маленьких. Но маленькие-то вкуснее, да? Или что? Мне кажется, маленькие повкуснее, Риля. Оливки. Эти оливки вообще со слона. Эти прикольные оливки. Я хочу такие огурчики. Вот здесь. Да, вкусно. Не знаю я. Что-то какие-то прям слишком маленькие. Будут. Так, окей, ладно, возьмем маленькие.
Оливки, оливки, оливки. Может быть, оливки взять? Good. Ну, естественно, good. Huh? Very good. Ну, for what? For what? Sweet sauce, Thai sauce. I have ketchup. Так. Надо, не надо, блин, эти оливки мне. Окей, пусть будет. О, нудлс. Нам. И нам. Вот такую взять. Пусть будет. Сколько стоит? How much? How much? Что? Три дирхама? Конечно, что я спрашиваю? Ой, что это? Пусть будет. На черный день валяется пусть. Ну, сифуд, вонять будет. Сифуд надо будет. Вонь будет. Так, песто можно взять, кстати. Песто. Вот песто good. Я пробовал. Здесь уже это песто. Песто стоит 6 дирхам. This is for soup. Cheese. Let's go. О, кстати, это вкусно. Для миди. Соус. Для устриц. Энам, help me, please. А то я и снимаю, и работаю. И оплачу. Need, not? Two. Здесь 3 за 10, за 11, а здесь 1 за 3. Take 2. Вот, нужно вот эти таблетки в бачок кинуть просто и все. О, точно. Бачок же поднимается. Это же бачок бросается. Yes. Да, вот в бачок надо кинуть и все. 4 дирхама всего. Угу. Да, ну, блин, но, ну вот, да, сосиски за 3 копейки из бумаги, ну, что такие вот хот-доги продают, курица, курица, я не хочу заворачиваться, а, не нам, не до, туалетная бумага нужна, вот, вот что нам нужно. Нужна вот такая бумага и туалетная. Где цена-то у них? Так, это что? 10 дирхам. 3 плюс 1, 10 дирхам. Вот. 10 дирхам. И туалет. Но это for kitchen. И ну, туалетную бумагу дома. Or Carrefour. What? Buy. I don't know, this is not good. Ну как это not good? Лишь бы, блядь, ничего не нести, не помогать мне. Not good. Как not good? Good? Not good. Ну why not good? Тебе нужно что? Ten? No, no, this like so like... Very good. Not good, блин. Small. В Carrefour большую возьму. Not good. Чё, понимал бы, а? В колбасных обрезках. Маски за 1 дирхам. 2 дирхама. Я не понесу такую огромную. Шампунь для волос. Я вот такой брал. Кстати, Игорю такой шампунь понравился. Можешь ему взять. What is it? Это, yes.
Подожди, сейчас Игорю напишу, мне кажется, спросить надо. Я думаю, шампунь тут не надо. Кстати, вот такую штуку я ему прикладываю, когда у него случается эта история. Ну нет, я людям рассказываю. На самом деле очень реально практичная, очень крутая штука. Вот так вот кладете в рот и нормально. Я говорю, что помогает при случаях с тобой опасных. Господи, смех и грех с ним. А, и нам. Мне нужна вот эта штука. О, классная, кстати. О, или вот эти. Смотри, какие классные. Лицо протирать такими еще круче. Сколько стоит такая, сколько стоит такая? Три дирхама? Я возьму такую. Мне кажется, такое лицо прикольно протирать. Да, возьму. Окей. Окей, три дирхама всего, представляете? Гуд. Не, это не надо. Гуд, гуд, гуд. Это что у нас? Это, а вот нитки. Нитки у меня есть. Да, у меня есть. Полоски для дарта, ну, такими лучше не пользоваться. Сожжете нахер себе весь рот. Нам. Или 5 дирхам у нас стоит. А или это другая? А, это другая. А это еще больше. Не, ну это очень большая. Что здесь? Дирхам краска для бороды и волос. 40 дирхам, по-моему, стоит в этом. В магазине. Он. Indian and Bangladesh, да? Yes? No. All of our people need. Why no? Indian. Давай посмотрим. Indian and Bangladesh. You like this? No. Yes. Hard. Not hard. Yes. Короче, такой магазин. Он кешью 15 дирхам. Ну кешью за 15 дирхам я куплю и в Карифуре. Честно, хочу вам сказать, на шоколадке какие. Туда пройти. О, суп. Может, суп сделать? О, разогреть. Так, ладно, сейчас буду дальше смотреть, что интересное найду, подойду, расскажу. Вот, кстати, очень вкусные вот эти равиоли. Вот со шпинатом есть. Я брал с сыром. А вот, вот такие я брал. Очень вкусные. 4 дирхама всего. Можно взять. Ксюха тоже брала по маникюру, которая. Это она мне показала их. Кстати, реально очень вкусные. Так. Вот. Это вот такая равиолька, а это такая равиолька. Сыр тоже здесь копеечный. 8 дирхам сыр, а в магазине он 14 дирхам. В нормальном магазине стоит 14 дирхам. Надо срок годности посмотреть. Если нормально, то надо взять до 8 декабря. Отличный сыр. Просто реально в 2 раза дешевле. Смотрите, вот на такие позиции стоит туда заходить, брать. Грибы. Вон даже белый гриб есть, представляете? Один
дирхам. Перебой. Сто лет, кстати, не жарил. Может быть, взять пожарить яичницу утром. Ну, утром мне некогда будет, я на работу побегу. Ну, может быть, реально взять вот такие грибочки, красивые они. With eggs, morning. Положи, пожалуйста. Колбаса по 10 дирхам. Тоже, кстати, прикольная. Надо взять, что нет, да? Что, 10 дирхам всего? No. Три дирхама, представляете? Три дирхама. Not good. Так, ладно, включусь позже, частот еще возьму. Блин. Да, вот это надо взять. А? No. Да, а я знаю, что good. Она быстро высохнет. With eggs, this is very good. Egg yes. And one. Okay. Так, все, давайте сейчас дальше посмотрим. No. Нам. Че как рукожопый-то, блядь? Ничего не умеешь. Давай. Жми, блин. 10 дирхам. Реально фреш за 10 дирхам. Представляете, реально фреш. Вот взять две банки сразу. Мо. Гуд. Так, ну что, вам набрали сумку. Три дирхама вышло, это где-то 2600-2700. Что, где выйти-то? Нам. Где? Yes or not? Yes. Погода прекрасная вечером, конечно, очень прекрасная. Гуляется. А музок покупаем в Карфуре за 15 дирхам, тоже литр. А здесь литр, здесь дирхам свежевыжатого. При тебе выжимают. How are you? Not good. Not good? Not good? Сука, тебе еще жаловаться на жизнь, блин, not good. Вообще такой неблагодарный, блин. Not good, блин. You wanna say it, да? Да, да, да. Ну, потому что как на тебя не орать? Блядь. Тебе орать и орать. Сука, он не понимает еще слов. Пошли здесь, балбес. Говорю, давай распределим по пакетам. Нет. Он... Здесь, говорит, продукты, а здесь, типа, бытовуха. Ну, я тебе говорил, она была... Yes. Нет, пластик бэк, мо. Сейчас выпадет, я тебя грохну потом. Ой. Пиво? Кстати, пиво. Может, завтра можно пивка взять. Бир. Tomorrow. Can buy. Just after tomorrow I have day off. Can tomorrow drink evening little. Могу себе позволить, что нет-то. Сейчас до дома.
Может, потом еще пойдем погуляем, не знаю. А может, нет. И нам упадет сейчас все у тебя. И нам. Ты так умеешь? Ну. Ну? Очень жаль. Ну выкини его нахер, свой айфон. Он у тебя умирает каждый день. Every day died. Ты не на ту кнопку жмешь, чтобы включить. Вон, посмотри. Все, мои хорошие, если вернусь, то вернусь. Если нет, то не забывайте ставить лайки и писать комментарии двум хорошим пацанам. Что рыгаешь? Альтик, я подпишу.